Спасибо, Ольга Михайловна, так 50 минут быстро пронеслись, да, в хорошем темпе, но масса информации. Но единственное, я хочу сказать, может, в следующем году, да, дапаглифлазин будет не единственным препаратом в списке ЖНВЛП, да, надо сказать. Но подождем, когда выйдет постановление правительства Российской Федерации. А так пока на сегодняшний день это правильно. Так, пожалуйста, вопросы. Да, прошу, Мария Васильевна. Уважаемые коллеги, конечно, это большая проблема. Чаще она встречается у женщин, чем у мужчин, но для этого нужно соблюдать правила гигиены. И наличие, скажем, даже подтвержденной бактериурии, бессимптомной, не является поводом для отмены препарата. Ну, а рецидивирующая инфекция является? Рецидивирующая инфекция, Михаил Борисович, тоже не является, если она пациента не беспокоит. Ну вот. Тоже Да, вот если пациента беспокоит, есть клинические какие-то проявления, плюс у нас лабораторные данные подтверждают рецидив, конечно, мы препарат снимаем. Потому что у нас есть, в принципе, альтернативная терапия других групп препаратов. Вот правильно. Так, пожалуйста, еще вопрос. Я вижу вот вверху, да, пожалуйста. Это снятие глюкозотоксичности идет. В первую очередь, или липотоксичности. Это в принципе, да. Нет, но это не всех касается. Если препарат, скажем, группы сульфанилмочевина, но он только влияет на, скажем так, не модифицирует липидный спектр крови, потому что при использовании фарсиги может модифицироваться липидный спектр крови, то в этом, конечно, эффективность будет препарата, у сульфанилмочевина более короткая. Они тоже улучшают функцию бета-клетки на более короткий период. Здесь более длительный период. Самое эффективное в плане влияния на бета-клетку – это аналоги ГПП-1 и, соответственно, ингибиторы ДПП-4, потому что там двойной механизм. Там не только влияние непосредственно на бета-клетку, но и там подавление секреции глюкагона. Фарсига на это практически не действует. Ну, то есть влияние на весь островок, комплексное влияние, не только бета-клетки, но и весь островок. Да, бета-клетки, да. Да. Да, пожалуйста, Ольга Александровна. Еще раз. Риск ампутации. Риск ампутации здесь нет. Это риск ампутации есть только в канаглифлазине. И вот в последнем слайде у меня практически была дана информация, что нужно просто очень четко проанализировать группу пациентов, которые входили в клиническое исследование. Конкретно на, скажем, оценочный вариант не проводился при включении пациента в исследование на состояние нижних конечностей. То есть какой там был кровоток, какая иннервация, это никто не оценивал. Поэтому после досконального изучения группы будут дополнительно данные разъяснения, почему возникли такие результаты в исследовании, касающиеся канаглифлазина. Ну, я, может, отвечу тоже на этот вопрос, потому что вопрос идет о канаглифлазине, и в частности, исследование Canvas, которое вот недавно закончилось, было доложено, и там действительно в сравнении с группой плацебо вот эта вот частота ампутации была в два раза выше. Все равно она была хоть очень низкая, но все равно факт остается фактом. И когда был сделан анализ, оказалось, что это касается в первую очередь тех пациентов, у которых в анамнезе уже были ампутации. И, соответственно, была сделана рекомендация, если ты выясняешь анамнез, и ты таких больных видишь, в принципе, надо воздержаться. Может, это первое. А во-вторых, у некоторых из них наверняка была не нейропатическая диабетическая стопа, а нейроишемическая форма. И там идет синдром обкрадывания, поэтому здесь, кажется, может быть, в общем-то, конечно, это, ну, как бы вот такой совет воздержаться. И эта рекомендация, она не то, что рекомендация, вот этот факт, он отражен в инструкции, и поэтому, как бы, врачи должны обращать на это внимание. Можно я дополню? Конечно, когда мы любой назначаем сахароснижающий препарат, наш пациент должен быть обследован. И уже отталкиваясь от тех, как говорится, критических точек, которые мы получаем, мы уже выбираем наиболее безопасный вариант терапии. Ну, еще следующий момент в отношении тоже ампутации. В исследовании Canvas с канаглифлазином, там специально заострили американцы на эту проблему. То есть они смотрели конкретно, то есть исследовали, то есть патологи смотрели. И даже был такой сделан специальный поисковик электронный. Если где-то, кажется, в CRF-ах звучало слово ампутация, либо еще что-то, больного прицельно обследовали.
А вот в исследовании МПРЭК там просто спрашивали, у вас были ампутации? Больной говорит, нет, у меня не было ампутации. А на самом деле, если его, кажется, раздеть, посмотреть, кажется, ноги, то а где ж палец-то? Ой, да я забыл, понимаете? То есть вот здесь тоже такие моменты есть. Вот. Это опять правильно, я согласен с Ольгой Михайловной, что надо, конечно, тщательно больного осматривать и, кажется, смотреть. Вот. Поэтому FDA не зря сказала, что эта осторожность должна быть, в общем-то, не только к анаглифлазину, но вообще ко всем препаратам этой группы. Здесь как бы незаслуженно, кажется, они бросили, может быть, такую тень и на другие препараты, но все равно это опять-таки подчеркивает необходимость, вот, скажем, сбора анамнеза и, кажется, осмотра больных. Да, пожалуйста. Ну, встаньте, скажите, так это лучше. Вот, да, спасибо. Знаете, это, наверное, такой частный случай. Я бы, конечно, еще спросила бы, да, спросила бы мнение флебологов. Вы знаете, можно обойти бы это и другие препараты назначить. Я не рискуйте. Бы не рисковал, не рискуйте. Потому что прямых данных нет. Я не рискуйте, могу сказать, нет. Да, не могу сказать, что у нас сейчас маленький выбор препаратов, поэтому вообще, может быть, в этом периоде как-то свести на инсулине, а потом уже посмотреть, когда он выйдет из этого. Это конкретный вопрос, я понимаю, ну давайте, если нужно. Мы готовы вернуться, но это, я понимаю, это ваш больной, поэтому тут конкретный вопрос такой. Так, вижу, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы показали слайд, на котором в течение 4 лет расходится больше пациентов, чем молодых пациентов, не меняется. Мы с вами знаем, что контакт у вас в жизни, у людей старше 40 лет, строится больше вибрации, и потом падает. Вот не следите, данный слайд по какой-то непрепротективности данного. Вы знаете, но не у всех пациентов, я вам скажу, падает скорость клубочковой фильтрации. У нас тоже есть свои наблюдения на других группах препаратов, где остается стабильная ситуация. Поэтому я думаю, что вошли те пациенты, которым осуществлялось пристальное наблюдение, плюс были даны определенно однозначно рекомендации по приему жидкости. Если наши пациенты ограничивают жидкость, независимо от того варианта терапии, на который они получают, гипогликемическую терапию они получают, у них скорость клубочковой фильтрации может падать. Поэтому наш нефролог очень любит давать рекомендации по определенному объему выпиваемой жидкости. То есть все равно 2-2,5 литра больные с сахарным диабетом должны выпивать. Насчет того, почему такие были данные полученного исследования, ну вот они такие полученные. Понимаете? Поэтому мы на них основываемся. Это многоцентровое исследование проводилось по разным странам. Очень точно проведена статистика. Поэтому вот они такие и есть. Но здесь показано, что нет ухудшения функции почек у пациентов, получающих сульфанил, мочевину, плюс метформин. На этой комбинации тоже хуже не стало. Поэтому просто правильное, наверное, ведение больного позволяет, это еще раз позволяет этот слайд нам задуматься, что правильный подход к ведению пациента способствует тому, что наши параметры жизненно важные все будут стабильны. Ну, во-первых, у нас будет доклад Евгения Михайловича на эту тему, да, то есть, я думаю, там будут данные. Потом я могу сказать в отношении питьевого режима, ну, наверное, на всех препаратах этой группы есть такая тонкость, что пациент в среднем на один, ну, максимум два раза больше чаще мочится, на один раз, в основном ночью, и выделяет дополнительно до полулитра жидкости. Поэтому рекомендуется этот лишний выделенный пол-литра жидкости каким-то образом восполнять. Нефролог, поэтому наш дает совершенно правильные рекомендации. В отношении скорости клубочковой фильтрации, там действительно есть такой момент, что на ряде препаратов она снижается, какой-то вот первый этап. И в принципе это даже можно рассматривать прогностически как позитивно. А потом она выравнивается и идет, говорится, параллельно с плацебо. Я бы так сказал. Не с плацебо, просто само по себе идет параллельно, а плацебо снижается даже. Ну вот. Так. Ольга Михайловна, а у вас будут интерактивные какие-то вопросы? Где наш интерактив? Да, значит, будет, давайте мы спросим аудитории, есть ли еще сила у аудитории. Вопросы? Нет, но сила-то у них есть. Мы всего один час работаем, поэтому силы должны быть. Кофе попили, да, все бодры, веселые. Ну, как обычно, да. Мы как обычно, всегда работаем по системе. Один короткий вопрос. Здесь, ну, может, потом созреют, тогда в письменном виде, как угодно. Да. Так, пожалуйста, Ольга Михайловна, теперь интерактивное голосование. Уважаемые коллеги, первый вопрос. У вас пульты, вы знаете, как с ними работать.
Амплитуда суточных колебаний уровня гликемии у пациентов с сахарным диабетом на фоне терапии дапаглифлазином увеличивается, уменьшается, остается прежним. Вот то, о чем я вам говорила, мейджи, так называемые мейджи, то есть колебания гликемии в течение суток, которые являются независимым фактором риска развития сердечно-сосудистой катастрофы. Действительно, ответ абсолютно правильный. Большинство из вас ответило в 89% случаев, даже 90% уже, что действительно уменьшается, что очень важно, это один из таких прогностически благоприятных факторов в плане развития макрососудистых осложнений. 88%, то есть аудитория все усвоила правильно. Но один человек все равно как-то выбился, да, два, да, то есть как-то да. Все-таки два, да, что-то да. Как-то вот, да, не сложилось. Не ту все. Кнопочку нажал, да, немножко думаю, перепутал. Думаю, ошибочно, да. Так, давайте ко второму вопросу. Второй перейдем, вопрос. Да. Какие показатели снижались в группе пациентов на дапаглифлазины в отличие от группы ингибиторов DPP-4 в исследовании Розенштока? В первую очередь артериальное давление плюс масса тела, только АД, только масса тела, ничего из вышеперечисленного. Тоже, ну, кстати, Михаил Борисович, единогласно, 100%. Действительно, в исследовании основная точка, которая оценивалась, это и снижение наблюдалось, артериальное давление уменьшалось и уменьшалась масса тела. Так, следующий вопрос. В крупнейшем исследовании реальной клинической практики CDVRL были проанализированы данные из медицинских карт порядка какого количества пациентов? 15, 70, 122 или 300 тысяч пациентов. То есть не в подгруппе CDV Nordic, а именно целая группа пациентов. Там 6 стран было. Да, 6 стран, где участвовала. Ну, тоже у нас аудитория хорошо подготовлена, 83% ответила правильно, более 300 тысяч. Что вы удивляетесь, вы же ее подготовили. Так хорошо. Да. Но мы об этом не сказали. Это вопрос. Опрос не озвучивался в лекции, Михаил Борисович. Внимательно слушают, да. Да. Так, следующий вопрос. Класс ингибиторов натриоглюкозных котранспортеров в исследовании CDVRL подтвердил безопасность по следующим показателям. Общая смертность, госпитализация по поводу сердечной недостаточности, все из вышеперечисленного, ничего из вышеперечисленного. Да, действительно, тоже... У нас очень высокий процент ответов, 91%. Все из вышеперечисленного, то есть это и общая смертность, и госпитализация по поводу сердечно-сосудистой недостаточности. Следующий вопрос, последний. Предположительно, сколько пациентов имеют опыт применения дапаглифлазина в Российской Федерации? 10, 20, 30, 60 тысяч. Тоже ответ правильный, 92%. Действительно, в России 60 тысяч пациентов уже на сегодняшний день используют дапаглифлазин. Спасибо. Наверное, это все. Спасибо.